Приветствую вас всех на своем канале, дамы и господа, у микрофона, как обычно, я Бог, и сегодня мы записываем мой новый видеоролик по сайту Knifex, и у нас, дамы и господа, присутствует 7825 рублей на балансе, эту сумму я задепал неспроста, сегодня наша задача будет поднять 10 тысяч рублей, да, вот с такой суммы всего лишь 2200, но это только на первый взгляд так легко, что будет дальше, узнаешь, досмотрев ролик до конца, ну а для большей мотивации тебе это сделать, предлагаю поучаствовать в моем новом конкурсе на 142 рубля на твой Kiwi кошелек. И для того, чтобы принять участие, нужно выполнить только одно условие. Написать к этому видео 1622 комментария. А уже завтра, друзья, в моей группе ВКонтакте, как обычно в прямом эфире, я подведу итоги. Поэтому прямо сейчас бери чаечек, печенюшки и погнали смотреть этот увлекательный видос. Итак, бесплатная раздача. Можно забрать всякие плюшечки, бонусы. В общем-то, привязывайте подписку, разрешайте уведомления и получайте бонусы самые первые. Также, если у вас есть промик какой-то, я, допустим, в телеге скину или в описании, вводите его сюда, но по реферальной системе вообще все сладенько. Если здесь будет 4000 рефералов, я разыграю какой-нибудь топовый тайный скин. Поэтому обязательно заходите и регистрируйтесь, причем вы получите халяву. Бог три топора и все, промик ваш. Смотрите, нам нужно 10 тысяч рублей, как я уже и говорил ранее, и это можно сделать много где. Во-первых, здесь есть самый интересный для меня режим, это режим клэш. Просто ставишь скин и выпадает какой-то рандомный коэффициент. Например, 6х, то есть поставил скин за 1000, получил 6000, если угадал коэффициент. Давайте я сразу же с этого режима, пожалуй, начну. Возьмем 500 рублей, вот эту CZ-шечку статрековскую, и поставим на 1.5. Проверим коэффициенты, но я скажу вам, что здесь коэффициенты довольно-таки сочные. Они, конечно, бывают такими не всегда, бывает что-то и более-менее плохое, но чаще всего что-то вот такое и выпадает. Окей. Ага, ну проиграли первые 500 рублей, окей, пойдем в другой режим, это не страшно. Откроем 3 Glock 18, здесь тоже выпадают неплохие такие скины. Чаще всего выпадает Glock Сатраковский Royal Legion, он стоит, по-моему, около 500 рублей и окупает, например, все наши вот эти вот траты. 126 рублей, ну, проверим, как будет дальше, надеюсь, что что-то все-таки выпадет. На этот скин 1%, но это не так уж и мало, потому что у Габена вообще, пацаны, проценты выпадения говно. А здесь что-то выпадает. Окей, а по апгрейду нам пока что нечего апгрейдить. Вот я думаю, по минам, если сыграть, возьмем 3 скина по 100 рублей и проверим, что с этого можно вывести. Напоминаю, что цель сегодняшнего ролика у нас дойти до 10 тысяч рублей. И не знаю, как это у нас будет, но думаю, что будет интересно. Так, 225 рублей сделали, и что-то пока что не получилось их вывести как-то. Смотрите, 200 рублей уже проиграли, кстати, дали уровень какой-то за игру. Ну и что-то как-то не летит пока. Окей, я предлагаю попробовать еще 3 попытки. Нам нужно поднять примерно отсюда 1000. Я не знаю, как, угадаем или нет, но пока что скажу вам, что это сделать крайне сложно. 200, 260... 394, окей. Забираем, может быть, какой-то такой небольшой камбэк происходит. Окей. И 400 рублей давай попробуем на 5 бомб. Ну, такой режим, знаешь, пару раз зайти, пару раз угадать и выйти нахрен. 1000 рублей, все, окей. И теперь с этой 1000 нужно постараться... 1100? Полторы, все. Отлично, мы немножечко вернули наш баланс, потому что до этого было страшно. Видите, вот таким макаром, в принципе, по итогу можно вернуть. Можем дальше рискнуть и сделать десятку, но я пока что более-менее аккуратно собираюсь играть. Напишите, пожалуйста, нравятся ли вам ролики по сайту Knifex. Мне безумно прикалывает записывать этот сайт и показывать его вам. Как вы относитесь к тому, что сайт развивается, есть ли у него будущее? Напишите ваше мнение в комментариях. Будет довольно-таки интересно пообсуждать и, возможно, с кем-то подискуссировать. Кто-то ставит просто лютые 110 рублей на 50x, но я все-таки не такой еще безбашенный. Я попытаюсь сейчас на 3x, на 5x поставить и поднять свои бабосики. Не знаю, получится, а может не получится, но мы попробуем. Попробуем, и я думаю, что что-то сегодня произойдет. x5, x3. Да ладно, он почти укатал на зеленое, ё-моё. Это было очень так рискованно. Окей, но мне все-таки нравится режим клэш. Я понимаю, что он в прошлый раз ничего не выдал. Мы попробуем вот снова на 1.5. И снова это 250 рублей плюсом всего лишь. То есть здесь сумма выигрыша очень важна. То есть если ты ставишь 10 тысяч рублей вот на 1.5, то будет прям очень хорошо. А вот пока что более-менее такое, слабенькое.
Попробуем сделать вот такой коэффициент. Возможно, выиграем, не знаю. Но надо будет еще что-то сделать. Но у меня мины сегодня более-менее прикалывают. И, наверное, кейсы. Но с кейсов я еще ничего не вытащил. Надеюсь, сейчас полторушку сможем вывести. И будет хорошо. Давай, 2х. Это хорошо. Должно быть... 1.14. Ладно, хоть большую сумму не поставил. Попробуем вот так вот. 31% шанс. На всех режимах поиграем, ребята. Сегодня решим с вами, какой здесь все-таки лучше... Давай еще раз. Давай попробуем еще раз. Может быть, повезет. Если нет, то 1500 минус. Это будет неприятно. Но я надеюсь, что повезет. Ладно. Никак. Вот, ну, действительно никак. Вы сами все видите. Я показываю реальные шансы. Если выигрываю, то выигрываю. Здесь пока что тишина. 5000 рублей остается на балансе. Ну, 10 тысяч это всего лишь x2, как говорится. 750. Ну, минуса вот все время вот идут. Пока что еще ничего такого достойного мы не выбили, я считаю. И рано вообще говорить о каких-то 10 тысячах. Нам бы вот баланс держать. 400 рублей. Ладно, давайте все-таки зайдем в мины. Попробуем что-то максимально сделать. Если что, ну, я не знаю. Какой-нибудь план Б будет у нас. Давай 3 бомбы. Нужно 6 раз угадать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. Х2 сделал. Еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. И теперь 20 уровень. Мне даже уровень дали, ребят, смотрите. Теперь берем, наверное, 4 раза. 1, 2, 3. Да, я проиграл. Нет. Окей, ставка не на жизнь, а на смерть. Ну, понятно. Ну, короче, ясно. Окей, пацаны, вот такой какой-то у нас ролик выходит, наверное. Так, давай попробуем взять 2 скина по 300. Это, конечно, еще не конец, у нас еще есть баланс. Но я бы, наверное, все-таки уже обнадеживался, знаешь. Хотя, ладно, ладно, надо рискнуть. 370, 500, 600, 900, 1300. Окей, окей, это было сильно. Еще раз, понятно, проиграли. 6 бомб, ну же. Блять, ну так это невозможно, чуваки. Окей, я беру скин за 3000. Это очень максимально. Сейчас кринжово будет, наверное, проиграть 3000 сразу, но... Ну да. Ну он же заскамил меня, блять. Ну это невозможно. Ну вот именно когда я ставлю большой скин, он дает мне бомбу. Ну вот что вы думаете об этом? Напишите в комментариях. Спасибо за внимание. У микрофона был Бог. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.